пюре Бумольда. Для пюре выбираем солнечное место с плодородной рыхлой почвой. Берем цвета из пюре, равно как и несколько кустов, высаженных у кромки пруда, сделают ваши угодья особенно живописными. Расстояние между кустами не менее полуметра. Добрый день. На богатых почвах пюре поражает своим великолепием. Яму желательно делать на 50 сантиметров глубины и 50 сантиметров диаметра. Спиры Бумольда, то есть цветущие летом, через несколько лет омолаживают, обрезают часть побега до стеблевой поросли, которые появляются к этому времени на таких кустарниках. А вторая группа кустарников – это спиреи вангута. У них цветение наступает на второй год жизни. Обрезка спиреи вангута заключается в ежегодном удалении весной кончиков замерзших веток, если такое случается, а то и полном удалении старых побегов, когда растение достигнет 7-летнего возраста. А некоторые виды спиры живут 14 лет и намного дольше. В наших парках живут по 50 лет. Прекрасно, спиры вангута.